В агротехническом колледже города Аколь обучается 281 студентов, при этом колледж рассчитан на 320 мест. В прошлом году здание колледжа было отремонтировано, сейчас подходит к концу фасадные работы. Также было отреставрировано и общежитие колледжа. 416 детей в школе учатся, по проектной мощности 240. Последний раз капитальный ремонт в 2008-2009 году делали, а летом, благодаря вашей поддержке, произвели текущий ремонт, произвели вот именно замену системы отопительной системы и линолеум постелили на двух этажах во всех кабинетах. Но тем не менее наши ученики получают хорошие знания, точные знания. За последние 45 учителей у нас сейчас, из них 62% первой и высшей категории. Мы принимаем решение, вот такие школы надо поддерживать, которые перегружены. В прошлом году в районе отремонтировано 8 школ на сумму 76 миллионов тенге. В текущем году планируется ремонт ряда образовательных учреждений, в том числе и детских садов. На эти цели выделено 190 миллионов тенге. В районе работают 643 педагога. Педагоги с высшей первой категории у нас 77%. Качество знаний в школах района составляет 62,3%. Глава региона поднял и актуальную проблему малокомплектных школ. Ермек Маржикпаев поручил направлять средства в школы в соответствии с нагрузкой. Сколько школ требуется ремонт? А мы где-то малокомплектные школы, 50% и менее загрузка, мы тратим огромные средства. На те школы, которые у нас перспективы нет. К сожалению, у нас перспективы нет. Вы понимаете, что село, миграционные процессы большие там и так далее. Мы идем туда, тратим огромные средства. Завершение аким области Ермек Маржикпаев поручил решить проблему горячего питания учащихся, обеспечения новой школьной мебелью и кабинетами новой модификации. Аслан Абуталипов, Бауржан Смагулов, Жамбыл Балтаев, Кокша Ахпарат.